В мире и согласии, единстве и дружбе больше сотни народов живут в Казахстане. Все они сегодня говорят спасибо за гостеприимный шанерак. Людей разных профессий сегодня отмечают подарками учителям, врачам, полицейским, сотрудникам коммунальных служб, представителям разных профессий. Говорят спасибо за труд. Таким караваном благородности может похвалиться только Шымкент. Первыми идут бии, акыны, олицетворяя важную дружбу, которая в Казахстане во все времена была одной из самых больших ценностей. Все благодарят друг друга за доброту, уважение и поддержку. Умение пожертвовать самым дорогим для спасения ближнего. Говорят спасибо, что сохранили мир и единство. В этот день шымкентцы благодарят друзей, знакомых, родных за подаренную жизнь, за понимание и общее дело, за то, что мы вместе. Алғыс айту күні құтты болсын. Ау? Алғыс айту күні құтты болсын. Құтты болсын. Саған мың алғыс. Тонь, сегодня, в общем, день благодарности. В общем, я тебя благодарю за все. Алло, мам. Мен сіз жақсы көрем. В качестве даты празднования Дня Благодарности выбрана 1 марта, день создания Ассамблеи народа Казахстана, которая в тяжелые моменты современной истории сыграла для нашего государства важную объединяющую роль. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Ерболат Тұрсынбай, информационная служба телекомпании ОТРАР.